Мерседес сбил двух девушек сегодня днем на пересечении улиц Товарищеской и Достоевского. Автоинспектором водитель немецкой иномарки объяснил, что ехал по последней в прямом направлении. На перекрестке его подрезал неизвестный автомобиль. Избегая столкновения, водитель резко вывернул руль, после чего вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов и снес дорожный знак. По предварительной версии, пострадавшие не получили серьезных травм, отделавшись ссадинами.